За последние сутки во Владимирской области выявлено 132 случая заражения коронавирусом. Это на 11 меньше, чем накануне. Госпитализировано 42, на 11 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 147 321. В лидерах по приросту Владимир – 51 заболевший за сутки. Муром на втором месте – 19. На третьем – Гусь-Хрустальный, где выявлено 12 заболевших. Летальных исходов 3, на 1 меньше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 3355. Число выздоровевших 2051. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 134 210. Ограничительные меры ослабляют, но ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Региональный Роспотребнадзор сообщает, хоть число заболевших у нас не такое большое, как было раньше, но и охват ковид-тестирования среди населения области низкий. По состоянию на 30 марта это всего лишь 119,7 на 100 тысяч населения. При необходимом показателе не менее 300 на 100 тысяч населения. Получается, картина заболеваемости у специалистов далеко не исчерпывающая. Простым языком выражаясь, мы не тестируем, значит, мы не выявляем. А это чревато ростом заболеваемости. Что и происходит в мире. Да? Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости практически во всей Европе. 200 тысяч случаев в сутки в Германии. Запредельные цифры в Китае. С трудом справляется с заболеваемостью Вьетнам. Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю в регионе не зарегистрировано. И тут Роспотребнадзор снова призывает людей проявлять сознательность и носить маски. Причем не только в транспорте, как следует из последних коронавирусных ограничений, а в местах массового скопления людей на мероприятиях. Среди лиц, использовавших маски, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше. В 1,8 раз, чем среди тех, кто маски не использовал. Мы неустанно транслируем мысль о том, что все принимаемые меры профилактики необходимы. Что касается сроков, когда до нас докатится очередная волна коронавируса и какие-либо новые штаммы, то об этом в региональном Роспотребнадзоре пока рассуждать не готовы. По словам пресс-секретаря надзорного ведомства, ситуацию с заболеваемостью контролируют ежедневно, пока в регионе сосредоточились на усиленных мерах профилактики. Кстати, Роспотребнадзор области рассказал о снятии ряда ограничений на работу детских образовательных организаций. Так, например, отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, разному времени начала уроков и перемен внутри учреждения, соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между учениками. Кроме того, если ребенок контактировал с больным ковидом, для посещения школы ему не нужно будет приносить справку о том, что он здоров. Массовые мероприятия в организациях для детей и молодежи снова разрешены. Правда, только те, что проводятся на открытом воздухе. Летние оздоровительные учреждения возвращаются к полной вместимости. Персонал летних лагерей тестировать на коронавирус продолжат. Госпитализированы 116 человек, из них 39 детей и одна беременная женщина. Сотрудники облздрава привели свою медстатистику по беженцам, приехавшим в регион из ДНР, ЛНР и Украины. С 17 по 23 марта в область прибыли 3 железнодорожных состава. 31 марта в регион прибудут еще 490 человек, из них 128 детей. Состояние здоровья переселенцев, приезжающих в область на поездах, оценивают медики Петушинской райбольницы. Бригады заходят в вагоны на станции Петушки и начинают осмотр прибывающих граждан. Проводится осмотр, собираются жалобы, измеряются температура, артериальное давление. И по прибытии состава на железнодорожную станцию «Владимир» эта информация оперативно передается сотрудникам бригад скорой помощи станции города Владимира. Если есть необходимость, то граждане сразу же госпитализируются в стационаре города Владимира. В области развернуты 24 пункта временного размещения. Сейчас в них находится 960 человек. Треть из них – дети, причем 30% – малыши до 3 лет. За каждым пунктом закреплен медик. У всех приезжающих берут тест на COVID-19. Коронавирусная инфекция, к слову, один из самых частых диагнозов для госпитализации у пациентов из ДНР, ЛНР и Украины. Неудобная лестница, поломанные перила и лавочки. Жители Ленинского района недовольны состоянием родника возле улиц Офицерская и Лесная. Пожилые люди с опаской поднимаются и спускаются по таким ступенькам за водой. Они говорят, что зимой здесь лед, а в дождь скользкая грязь. Того и гляди, улетишь во враг. Ну, немножко лестница, конечно, такая какая-то мелковатая. Вот для взрослого человека, мне кажется, она это неудобная. 3 с плюсом, 4 с минусом. Зимой скользковато. А так
Понятное дело, что все оседает потихонечку здесь. И сам ключик уже вымывает достаточно глубокую траншею. И овраг углубляется. Деревья падать начали. Произвести бы, наверное, надо какой-то выпил санитарный. Виктор Голованов ходит на этот родник уже порядка 10 лет, и за все это время он не припомнит, чтобы ключик был хорошо благоустроен. Порой вместо лестницы за водой он предпочитает ходить не по ступенькам, а по местным тропам. Пенсионер переживает за свою безопасность, а этот покосившийся навес над самим источником того и гляди рухнет прямо на голову людей, говорит мужчина. Тут давно уж так, я давно сюда хожу, тут давно в таком состоянии все. Чего-нибудь можно бы тут улучшить, конечно, вот поправить бы можно. Вот, видите, наклонился, падает. Лавочку можно, конечно, надо сделать. Но для них бы было удобнее, если вот на них. Он частенько, я думал, что это бывает, приходит молодежь сюда, ну, отдыхает просто. И посидели бы тут. К слову, наш телеканал уже рассказывал о проблемах этого родника. 2 года назад здесь водоканал проводил земляные работы, а излишки грунта сваливали во враг. Люди переживали за сохранность источника. Тогда выяснилось, что этот родник не имеет статуса особо охраняемой природной территории. Из-за него отвечают городские власти, которые в то время заверили, что ключику ничего не угрожает. А вот когда мэрия займется благоустройством родника, об этом мы спросили городскую администрацию в официальном запросе. Мы проследим, чем завершится эта история. А если и вас волнуют городские проблемы, которые чиновники решать не торопятся, звоните в нашу редакцию по телефону 36 66 66. Алексей Домнин, 6 канал. Муромский районный суд признал жителя Мурома виновным в нападении на пристава. 17 июля 2020 года сотрудники органов принудительного исполнения по решению суда арестовывали автомобиль марки Kia Rio. Хозяину машины, видимо, не понравились действия сотрудников. Поэтому, находясь за рулем, он резко начал движение и совершил наезд на одного из судебных приставов, после чего скрылся с места преступления. Теперь мужчина отправится в колонию общего режима на 5,5 лет. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. После этого он пытался обжаловать приговор, но ничего не вышло. Приговор оставили без изменения. 26 марта в Киржаче сотрудники полиции остановили такси, да непростое. В салоне под сиденьем был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого лежали 372 свертка с порошком белого цвета и 2 пакета, обмотанные изолентой с аналогичным содержимым. Белым порошком оказался героин массой 580 граммов. Сотрудники МВД задержали 34-летнего мужчину, который передвигался на автомобиле в качестве пассажира. Он планировал сбыть товар бесконтактным способом через тайники-закладки. В отношении сбытчика возбуждено уголовное дело. 3 апреля стартует всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья. Цель у организаторов – популяризировать здоровый образ жизни. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно проходить от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности. Ведь ходьба обладает оздоровительным эффектом и является профилактическим средством от болезней сердца и легких. В этом году акция пройдет в поселке Муромцево Судогодского района, около архитектурно-паркового комплекса усадьбы Храповицкого. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в акции «Полезные для здоровья». Белый дом признал повышение цен на сахар. Цена за килограмм в магазинах подлетела до 80 рублей, а на некоторых торговых точках стоимость запредельная – 137 рублей. Большая проблема – создание искусственного спроса жителями области, что приводит к сокращению продукции. В Рио губернатор Александр Авдеев поручил вести постоянный мониторинг наличия и стоимости сахара, а также других основных продуктов питания. В Рио первого заместителя губернатора Александр Ремига отметил, что сейчас удалось достигнуть договоренности о своевременной поставке оптовой организации сахарного песка в достаточных объемах по фиксированной цене. Ситуация с сахаром остается на контроле администрации области. Владимирские школы откроют свои двери для первоклассников. С 1 апреля родители будущих школьников смогут записать их в первый класс. Напомним, что сейчас прием проводится в 2 этапа. Первый проходит с 1 апреля по 30 июня. Для детей, имеющих неочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории. Второй этап проходит для детей из других районов. Прием заявлений начинается 6 июля и идет до момента заполнения свободных мест. Что показать?
рассказали коммунальщики на ежегодной выставке ЖКХ. В областном дворце культуры и искусств открылась традиционная выставка, посвященная передовым наработкам в коммунальной сфере и энергетической отрасли. Разумеется, ни о каком развитии муниципальных образований невозможно говорить, не имея отлаженной, четко функционирующей сферы ЖКХ. По общему мнению участников выставки, отрасль ЖКХ во многом стратегическая. В сфере коммунального хозяйства во Владимирской области работают 400 предприятий. На них трудится 30 тысяч человек. Выставку посетил и в Рио главы региона Александр Авдеев. Действительно, не всегда люди оценивают по заслугам ту работу, которая часто не видно, что многие из вас встают тогда, когда некоторые только-только ложатся спать для того, чтобы вовремя убраться на улицах или привести в порядок территорию, или ликвидировать какую-то аварийную ситуацию. Энергетиков на выставке представляла электросетевая компания АО «АРЭС Владимирская область». Начальник Владимирского РЭС Сергей Кутузов отметил, что компания в своей работе делает особый акцент на качестве предоставляемых услуг для своих клиентов. Активно откликаемся на жалобы или пожелания своих потребителей, учитываем их, так сказать, мнение. Все для населения, все для потребителя, как всегда. Потребитель всегда прав. АРЭС Владимирская область – одна из крупнейших электросетевых компаний региона. Энергетики обслуживают более 6 тысяч километров линий электропередачи, более 1200 трансформаторных подстанций. Сегодня АО «АРЭС Владимирская область» – это не только крупный инвестор. Компания ежегодно инвестирует сотни миллионов рублей в модернизацию электросетевого хозяйства региона 33. Но и надежный поставщик коммунального ресурса – профессиональный оператор. В прошлом году компания была признана лучшей электроэнергетической компанией года. На стенде АРЭС был представлен наглядный макет, который демонстрирует все сферы работы компании. Компиляция всех наших услуг, которые мы оказываем. Здесь видно, как ремонтная бригада, значит, ремонтирует кабельную линию. От нее, соответственно, линии силовая, питающая дома, частные жилые, улицы с уличным освещением. Ну, поскольку у нас область туристическая, соответственно, соборы, музеи, памятники. Ну и, соответственно, промышленные предприятия. То есть здесь все так. В рамках выставки состоялся торжественный концерт и награждение лучших работников сферы ЖКХ. В своем заключительном слове в Рио губернатор Владимирской области поблагодарил работников отрасли за самоотверженный труд. Пожелал не останавливаться на достигнутом и добиваться новых профессиональных высот. Анна Богданова, Артем Замоскин, 6 канал. Команда по чирлидингу и чирспорту из Владимира приняла участие в Кубке Горького. Соревнования проводились с 25 по 28 марта в Нижнем Новгороде. В юбилейном турнире приняли участие команды из 25 регионов со всей России. Конкуренция большая, уровень всех команд на высоте. Но и наши ребята не лыком шиты. Подготовка к столь серьезным соревнованиям велась долго. У нас каждый день были тренировки, то есть мы отрабатывали как отдельные куски номера, так и полностью прогонялись и прорабатывали технический какой-то момент вплоть до выхода на площадку. Как итог, блестящие выступления и заслуженное третье место в одной из номинаций. Владимирская команда в направлении чир-джаз уступила только чемпионам России прошлого года и этого. Ребята своим результатом довольны. Говорят, значит, не зря старались и усердно работали. Бронзовыми призерами на всероссийских соревнованиях по чирспорту Кубок Горького становится «Динамо». Конечно же, очень обрадовались, потому что все вот эти вот усилия, старания были не зря, и мы очень рады такому результату. Это очень хороший показатель. На соревнованиях было разыграно множество различных призов. Ну а команды, поднявшиеся на пьедестал, получили грамоты и медали с символикой Международной ассоциации чирлидинга. Ребята уверяют, что на этом останавливаться не собираются. Команда начинает готовиться к следующим соревнованиям. Сейчас мы как раз уже начинаем готовиться к студенческим соревнованиям, которые будут в начале мая. То есть мы будем, конечно же, учитывать все наши ошибки, комментарии судей. Будем все это отрабатывать, исправлять и ехать за призовым местом в Москву в мае.